Мы продолжаем обсуждать этику в бизнесе. У нас в гостях Владимир Шаверин. Здравствуйте, Владимир Айзекович. Добрый день. Владимир Айзекович Шаверин родился 2 мая 1951 года. Координатор Академического центра экологии и безопасности жизнедеятельности. Академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Президент Ротари-клуба Днепропетровск. Тренер по развитию личности. Бизнес-консультант и бизнес-тренер. Автор и ведущий циклов программ «Свой взгляд», «Ротари-ротарианцы» и многих других проектов творческого объединения «Колес ТВ». Можно ли в современных условиях вести бизнес вот на этических вот этих нормах? Наверное, Александр, вопрос стоит в том, можно ли сегодня возрождать традиции этического бизнеса, корни которого заложены в нашей истории. Путей возрождения этих традиций можно определить много. Давайте сосредоточимся вот то, что, на мой взгляд, кажется мне важнее всего. Начать с некого базиса, с платформы с какой-то. А эта платформа, любого бизнес-платформа, она выстроена на некой экономической науке. Наука, которая дает ответы на вопросы. А для чего бизнес в обществе? В чем смысл обогащения? В чем смысл, так сказать, предпринимательской деятельности? Для чего вообще этот бизнес существует? Сегодня наши предприниматели, интересующиеся этими вопросами, знают достаточно много авторов экономических теорий, начиная с Адама Смита, современных теорий, касающихся таких авторов, как там, Киосаки, допустим, Наполеон Хилл и многие другие. Вместе с тем, мы совершенно не знаем, к примеру, одного из экономических теоретиков, который жил аж в 1652 до 1726, по-моему, года, и он жил на наших славянских территориях, Иван Тихонович Пасашков. Он известен по, в основном, одной работе, которая называется «Книга о скудности и богатстве». Так вот, в этой работе он дает ответы на очень интересные вопросы. Ответы на такие же вопросы дает, к примеру, тот же Адам Смит и его последователи, западноевропейские. Вот давайте сравним взгляды Пасашкова и Адама Смита и удивимся вместе с вами. Вопрос, проблема. Место экономики в жизни общества. Для чего экономика в обществе нужна? Адам Смит отвечает. И сегодня этому ответу следует практически во всем мире. Экономика определяет все стороны жизни общества. Наверное, все зрители согласны. А Пасашков, еще раз, в эпоху Средневековья, дает ответ. Экономика подчиняется законам нравственности и интересам людей. Кто об этом знает? Кто такое определение экономики для себя сложил? В принципе, Владимир Азикович, вот в Харькове очень распространен такой лозунг, что бизнес должен быть социально активен. Может, это как-то близко к этому это понятию? Близко, да, это оттуда растет. Угу. Дальше следующая сторона. Смысл обогащения. Для чего человеку богатство? Для чего? Адам Смит. Показать свое личное избранничество. И, в общем-то, нам знакома эта позиция, когда чуть-чуть побогаче и уже поднимает себя, так сказать, над другими. Пасашков на этот вопрос ответил по-другому. Богатство нужно для того, чтобы служить вере и правде. Для наших современных и бизнесменов, и экономистов эти вещи могут просто не укладываться в сознание. Еще один интересный момент. Причина бедности. Очень интересно, да. По Адаму Смиту. Причиной бедности является леность и глупость людей. Мы точно так же часто говорим о том, что причина бедности – люди ленивые и глупые. Пасашков, опять-таки, в эпоху Средневековья говорит, причина бедности – это нарушение нравственных законов. Оно с нашим сегодняшним подходом в бизнесе, в любой деятельности, оно как-то уже не стыкуется, нам трудно принять эти вещи. Еще один момент. Каков долг богатых людей? Какое их чувство долга? Чем они руководствоваться должны? У Адама Смита вообще это понятие чувства долга богатых отсутствует.
А у Пасашкова совершенно четко сформулировано: служить обществу. Предпринимательство – служение. У нас сегодня служение – это преподавательская деятельность, служение – это армия, служение – это медработники. Предпринимательство – тоже служение. И не самому себе, а служение обществу. Ну, еще один момент, который сегодня проходит через труды, вот как раз, наверное, Роберта Киосаки, Наполеона Хилла и многих других людей. Обращение с бедными. Что делать с бедными людьми? По Адаму Смиту и его последователям, бедные люди для рынка – это, так сказать, пустое место. Их надо изгнать из общества, и рынок их все равно изгонит. У Пасашкова подход. Бедным нужно научиться зарабатывать. А задача богатых – научить их зарабатывать. То есть, когда мы поймем, что лежит в основе, для чего человек избирает путь бизнеса и предпринимательства, воспринимает это как служение, а не как личное какое-то либо обогащение, либо решение только своих каких-то конкретных личных задач, тогда начинает вырисовываться вот эта нравственная мораль, нравственные устои, от которых, собственно говоря, должен расти бизнес, нравственные корни, из которых сегодня может вырасти новое поколение предпринимателей, бизнесменов, не олигархов, не торговцев, не торгашей, а людей, которые служат своей деятельностью, обществу и своим капиталом содействуют тому, чтобы общество становилось лучше. У нас в гостях был Владимир Шаверин.